Один из главных праздников в календаре – Светлую Пасху – отмечают христиане всего мира. Пасхальная служба прошла в полночь субботы на воскресенье в десятках тысяч храмов. Ночное богослужение в соборе Святого Георгия провел архиепископ Владикавказский и Оланский Зосима. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Горете на престоле, доле в гробе, вечерное подземное помышляющее. Во всех храмах республики тысячи христиан зажгли благодатный огонь, совершили крестный ход и осветили куличи. В канун праздника глава республики Таймураз Мамсуров поздравил всех верующих и пожелал каждой семье Осетии счастья и благополучия, а республике стабильности и процветания. Этот день объединяет весь христианский мир, и наша республика не стала исключением. Поэтому хотелось поздравить всех верующих с великим праздником Светлой Пасхи. В этом году Светлое Воскресение Христово совпало у православных и католиков. Согласно Священному Писанию, в этот день Иисус Христос, воскреснув после распятия, открыл всем верующим путь к спасению. К Пасхе верующие люди готовятся в течение 7 недель. Великий пост – самый главный и строгий среди постов. Его соблюдение должно быть добровольным и осмысленным. Только тогда с радостным сердцем можно встречать Светлую Пасху. Марина Гасиева, Валерий Гадзиев, Осетия ТВ.